С Новым годом! Пётр! Прыжки со сцены! Нет, нет, пожалуйста, не надо! Рок-н-ролл! Девчонки, кто поймает букет, та найдет свою любовь! Эй! Горячо-то как? А можно мне помыть свою индейку? Ха-ха-ха! Ну что, готов словить пулю, Джесси? Ха-ха-ха! Чтобы ты знал, я самый быстрый стрелок на Диком Западе. Поэтому... Не догонишь, не догонишь! Час расплаты. А теперь мы принесем жертву нашему повелителю! А-а-а, как же больно! Твою мать! Говорящий арбуз! Да! После стольки лет работы оно живое! Оно живое! Шестерка деда! Не можешь открыть бабулины соленья? Нет! Тогда шлепни пару раз по дну этой непослушной банки! Да, я очень непослушная банка. Шлёпни меня еще раз. Тяжело подниматься по лестнице? Значит, тебе пора сбросить пару килограмм. Думаю, тебе пора уйти. Ну блин! Лайфхак номер один. Прыщи по всему лицу, это значит, что у тебя бушуют гормоны. Тебе просто надо найти девушку. Но что такое? Твой внешний вид распугал всех дам в округе. В этом случае просто используй свои прыщи и поймай любую красотку. Познакомимся! Лайфхак номер три. Перед сном пейте яблочный сок. С ним твои сны станут намного ярче. Эй, дружище, сколько ты выпил сока? Вокруг так светло и весело. Ха-ха, да всего-то 3 литра. Ого! А ты кто такой, дружок? Я твой мочевой пузырь, и сейчас меня разорвет нахрен. Ай-яй. Лайфхак номер 4. А вы знали, что если во время зевка коснуться языка, то человек перестанет зевать? Бас, он что-то не дышит. Тогда используй лайфхак с топором, серной кислотой и ванной. Хорошо, я избавлюсь от тела. Лайфхак номер 6. Начал встречаться с девушкой, но не знаешь, сколько ей лет. Так просто спроси ее, что в этом такого? Хе-хе, да. А сколько тебе лет? Мне 16. О, еще столько ждать. Не, я пас. Ага, так тебе только секс был нужен. Вот же свинья. Заключенная 69, пора обратно в камеру. Мог бы и подождать. Фу, 16 лет, так много что ли? Лайфхак номер 7. Никто не берет на работу. В этом деле важно рассказать начальнику о всех своих навыках. Так, значит, я умею программировать, готовить макароны. Нам нужен специалист по вызову демонов в этот жалкий мир. Вот, пожалуйста. И это, по-твоему, демон? Я скручиваю людям наушники в карманах. О, да, чистейшее зло. Откуда берутся подарки под елкой? А тебе не говорили? Подарки — это дети, елки! И распаковывая их, ты со смехом открываешь детей на глазах у их матери. Ребят, давайте вызовем пиковую даму. А давайте вызовем Бэтмена. А я вызову проституток. Ну, пап! Монголы, монголы, монголы. Твою ж мать! Монголы, опять чертовы монголы! За оружие, друзья! Капитан, там, там... Монголы! Я знаю! Нет, капитан, на этот раз монголы! Собираешься устраивать сходки в дальнейшем? Если сходка будет, то она будет очень странной. Я приду такой на сходку, вы придете на сходку и такие... Что это за штуки? Майнкрафт летсплей! И я такой... Не можешь обуздать свою жизнь, будто все разваливается в твоих руках. Ха-ха-ха, да, она умерла. Тогда попробуйте наши аниме-глаза. Подними качество жизни в несколько раз. Не хватает личного пространства. Аниме-глаза решат и эту проблему. Передайте за проезд. Почувствуй себя персонажем своего любимого аниме. Покемоны. Пикачу, я выбираю тебя. Пика, Пикачу, ёпта. Ха-ха, неплохо. Но тебе не одолеть мое новое оружие. Я выбираю тебя. Осколочная граната.
Вот дерьмо. Атака титанов. Этими существами движу только инстинкты. Их уродливые лица вызывают во мне лишь отвращение. Они даже не носят одежды. Я должен уничтожить их раз и навсегда. Парень, если тебе не нравится наш нудистский пляж, то и шагай отсюда. Вы убили мою невинность! А если вы закажете аниме-глаза прямо сейчас, то в подарок получите кошачьи аниме-ушки! Вам надоели сплетни и глупые разговоры с нашими ушками, они вас больше не побеспокоят! Аната баганганимасу. Я ни хрена не понял! Аниме-ушки! Плохие вести пройдут мимо вас! Йоу, чувак, ты за мной заедешь? Конечно, братан, уже лечу к тебе! Отлично! За убийство сотен людей вы приговариваетесь к смерти! О боже, убийца! Мирби или Добряк? Знаешь, думаю, Добряк мне ближе. Хотя Мирби делает классные песни. Но у Добряка истории душевнее. Хотя у Мирби цвета приятнее. Ладно, я шучу. Я смотрю только Домикса. Все знают это чувство. Сидишь такой, ждешь письмо из Хогвартса. А в итоге... Тебе пришла повестка, военкомат! Пора служить, задрот! А еще эта стрела отравлена! Здорово, салага! Меня зовут Иван Откосинов! Сегодня я расскажу тебе о способах, как откосить от армии! Способ номер два! Прикинься глухим на медкомиссии! И главное, держись до самого конца! Вы меня слышите? Что? Точно не слышите? Чего? Ентат! Что? Егошний! Чего? Звонит! Способ номер три! Изобрази плоскостопие! Как? Изобрази плоскостопие! Да. Чё за жесть? Ты хочешь служить, но заикаешься? Мы все равно примем тебя в армию! Ибо в плену врага! Заменимых тебе просто нет! Ах ты паскуда! А ну-ка говори, где вы прячете волшебную пыльцу! Хорошо, я скажу. Мы ее прячем в А если ты подхватил инфекцию, то тебя упакуют в капсулу и отправят в эпицентр военных действий, как биологическое оружие. Черт, у нас кончились патроны. Он нас найдет. Заткнись, заткнись, он все слышит. А, вот вы где. Нет, мы сдаемся. Да нет, я не буду вас убивать. А? За меня это сделает ветрянка. А я уже переболел ветрянкой. Молодец, мистер Ветрянка! Ну а если ты абсолютно здоров и не хочешь в армию, то вот тебе самый надежный способ откосить! Татуировка. Хорошо, хорошо. А татуировки у вас есть? Ну, только вот это. И что же тут написано? Чтобы понять эту надпись, ты должен посмотреть сквозь этот камень смерти, обмазанный кровью девственниц! Окей. Серьезно? Господи, да, это стоило того! Умеешь ли ты петь? Конечно, послушай. Пётр, у тебя стоит? Дорогая, я дома. Ой, это так неожиданно! Пётр, ты уволен. Уходи сейчас же. Ну и ладно, посмотрим, как вы без меня справитесь. Кто-нибудь знает, как управлять этой штукой? Не умеешь целоваться? Нет. И в юности ты не был популярен у девочек. Ага. Бедолага, и до тебя даже никто не домогался. Нет, постой, чего? Никогда не целовался? Значит, тебе явно нужна тренировка. Используй для этого обычную помидорку. У, детка, ты такая красная и сочная. Только не увлекайся. Мне так нравятся твои формы. Эй, парень, хочешь, я потрогаю твой пестик? Так, гражданка, покажите, где он вас трогал. Может, я покажу тебе это в другом месте? Если вы оказались в подобной ситуации, значит, уже хватит совращать овощи. Пора переходить на людей. Скажи ей пару комплиментов, чтобы создать настроение. Твоя душа подобна океану. Это место просто прекрасно. Должен сказать, у тебя отличный вкус. А еще тебе очень идет эта шляпка.
Французский поцелуй. Классический поцелуй с языком. Но используй его осторожно. Хе-хе-хе, детка, хочешь пообниматься? Прости, но у меня есть парень. Какой нахрен парень? Ты кто такой? Рад познакомиться, я Герпес. Твою же мать. Мельница. Муа. Ты так отлично владеешь языком. Думаю, я знаю, как найти ему применение. Да неужели? О да, детка, мой пол никогда еще не был таким чистым. И посуда тоже. О да. И если ты решил ее поцеловать, то не спрашивай разрешения. Будь уверен в себе. А можно я тебя поцелую? Можно. А с языком? Фу, ты что, нет, конечно. Постой, не уходи. Мам. Ха-ха, готово! Теперь ни один человек на этой планете не залезет в мою квартиру! Ха-ха-ха! Эй, пацан! Есть айфон позвонить? Конечно! Кому будешь звонить? Никому! У меня нет друзей! Что бы ты попросил на Новый год у Деда Мороза? И вот ваши лучшие ответы. Подарок! Подарок. Подарок со вкусом подарка. Я бы попросил, чтобы ты сменил название своей рубрики на госдопрос. Почему бы и нет? На Новый год я хочу тебя. А-а-а. Твои сосочки. А-а-а. Твою жопу. Качаешься на зоне, мотаешь с ней по магазинам. И каждую неделю ты ходишь мыть ее пингвинов. А в камере все фотки с нею. Отнял авторитет, на зоне он 10 лет. Зато я каждый день с тобой сижу на телефоне. Но сижу я во френд-зоне. На зоне нету секса, ведь ты как друг, как брат. А с сестрою ты спать не рад. Почему в каждом ролике присутствует какая-то паранормальная хрень? А, ты об этом? Да это ж просто... Го бухать? Чувак, ну это не вопрос. Конечно, не вопрос, пошли! Дайте нам горячую воду! Дайте нам горячую воду! Мужики, разгоняем их! Петров, где твой дневник? Забыл. А голову ты не забыл? Нет. Молодец. Но я просил принести из дома. Ну блин. У тебя есть дети? Блин, вы, наверное, услышали детский голос у меня в квартире. Да, у меня есть дети. Я держу их в этом мешке. Ты креативный? Если да, то ты креативный. Поздравляю. Доктор, скажите, от этого массажа я точно похудею? Конечно же, мой друг, всего пару нажатий и... О боже, да это же божественно! Новое масло от Василия и доктора Петрова. Используйте его в выпечке, пирогов и тортов, а также в сектантских оргиях. Эй, тут снимать нельзя. Ты, решив похудеть, стал веганом? Эй, ты трупоед, ты хоть знаешь, что есть животных неестественно? Скажи-ка мне, что съест ребенок? Этот мандарин или вот этого милого кролика? Как правильно целоваться? Перед тем, как целовать девушку, запомни, никогда не ешь чеснок перед свиданием. Знаешь, у тебя такие красивые ноздри. Ой, прости, позволь мне избавить тебя от страданий. Вампирское отродье. А теперь за дело. Также будь осторожен с засосами на шее. Муа. О нет, ты оставил мне засос. Но зато все будут знать, что у тебя есть парень. Ха-ха-ха, какой ты хитрый. Ну ладно, я пошла. Счастливо. Хочешь сделать идеальную глазунью? Тогда используй для этого луковое колечко. Не, ну вы поняли? Глазунья. Расскажи какую-нибудь новогоднюю историю из детства. Ты с ума сошел? Я ж тогда наберу кучу просмотров. Почему именно эта рисовка, а не слайд-шоу? Слайд-шоу? Ты с ума сошел? Я ж тогда в тренды попаду. Магический шар говорит мне, что скоро вас ждет смерть. О нет. К сожалению, это так. Эй ты, давай сюда свой телефон. Пожалуйста, мне нравятся плохие парни. Я позвоню тебе, детка.
Чувак, не думаю, что это хорошая идея. Ха-ха, ты что, боишься? А вдруг в этом доме живут призраки? Конечно, здесь живут призраки. Чё, правда? Мы их сейчас грабим. Бери телек и валим отсюда. Детка, у меня ничего не выходит. Тогда мы используем это. Камасутра? Лучше. Это инструкция. Передай мне эту отвертку, пожалуйста. Что будешь делать, когда формат всем надоест? Честно говоря, не знаю. Наверное, что-нибудь оригинальное. Например, истории из жизни. Ладно, ладно, я шучу. Буду делать Майнкрафт летсплей. Что за штуки почти в каждом ролике? А, ты об этом? Да это же просто... В будущем будешь снимать летсплей? Майнкрафт летсплей? Джонни, где мое золотое кольцо, Джонни? Я не знаю. Ты найдешь мое кольцо сегодня, Джонни. Нет, если ты будешь просто стоять и смотреть, помогай давай. Вот я, например, близнецы. А ты какой знак? Дорожный! Джонни! Чего тебе? Жена убьет меня, Джонни! О нет! Где вся еда? Ты не должен есть по ночам. Видимо, это знак. Знак? Постой-ка. Эй, ты! А ну отдай мою еду! Вернись, я сказал! Что бы ты делал, если бы у тебя не было канала? Жил счастливой и полной жизнью! Планируешь ли что-то менять на канале? Или будешь пилить видосы того же формата? Будут цветные мульты, черно-белые мульты, комедийные скетчи, а еще... Майнкрафт летсплей! Петров, как неудивительно, но ты опять завалил тест! Ура! Что значит ура? Я не беременный! Везунчик... Дьявольское отродье! Изыди из этой женщины и покажи свое настоящее лицо! У вас мальчик! Здорово, народ! Поздравляю вас с новым 2020 годом! В этом году было сделано многое. Мы почти набрали 100 тысяч подписчиков! Подписывайся уже скорее! Учитывая, что за первый год на Ютубе я набрал всего 3 тысячи, это реально мощно. Спасибо вам. Спасибо вам. Вышло много анимаций, а еще мы попробовали новые, интересные форматы, которые обязательно будут и в 2020. Честно говоря, этот год был реально сложным для меня, но под конец все как-то стало налаживаться. Поэтому я обязательно продолжу делать видео для вас и в 2020. А еще в новом году я наконец-то сделаю мерч! Пиши в комментариях, какой мерч ты хочешь. Спасибо, ребят, каждому из вас, что смотрите мои видео. Спасибо, что подписываетесь. И нажимаете на колокольчик. Обязательно жмите на колокольчик. Зачем? Чтобы первыми получать уведомления о новых видео. А также, чтобы первыми отвечать на вопросы для Косдопроса. Также подписывайтесь на паблик ВК. Скоро там будут выходить подкасты. И, конечно же, нажимай на кнопку спонсора, если ты хочешь поддержать рублем этот канал. Еще раз, ребят, спасибо, что вы есть. С новым 2020 годом. И я увижу вас в бесконечности. И спокойной ночи. Йоу-йоу-йоу, народ, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если тебе понравилось, то обязательно подписывайся на мой канал, жми на колокольчик, комментируй и рассказывай об этом видео всем своим друзьям. Можешь еще этот видосик глянуть, или этот. Ну все, увижу вас в бесконечности.